С сегодняшнего дня на дороге Стерлитамака выехали новые маршрутные автобусы. Подарок Стерлитамакскому филиалу государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» сделало правительство республики. По поручению главы Башкортостана Рустама Хамитова закуплено 100 автобусов марки «Нефас». 8 доставлены в город Стерлитамак. Основные средства – это, конечно, средства республики Башкортостан, то есть республиканская адрес-инвестиционная программа, то есть более 600 миллионов рублей. И были привлечены федеральные средства, согласно постановлению правительства Российской Федерации, о порядке субсидирования техники на газомоторном топливе, то есть в размере около 280 миллионов рублей. Автобусы работают на экологическом топливе. Вместимость до 80 пассажиров, 25 сидений. Удобные пандусы и комфортный салон. Есть современные системы АБС, современные системы пневмохода. То есть мягко это будет для пассажиров очень удобно. При подъездке к остановке, при открытии дверей, автобус немножко наклоняется в сторону. Людям очень удобно заходить. Ну и внутри, как вы уже видели, очень интересно, тепло. Намного теплее, чем в предыдущих автобусах. Новые автобусы «Нефас» компании-перевозчика «Башавтотранс» курсируют по маршрутам 17 и 15 в поселок Шахтау.